Кубок по кудо разыграли в Приморье. В соревнованиях приняли участие почти 300 спортсменов из Приморского, Хабаровского краев, Сахалинской области. По словам организаторов, главная цель турнира – популяризация и развитие кудо в Приморье, формирование сборной региона. Приморские кудоисты являются одними из сильнейших не только в России, но и в мире. Они неоднократно становились победителями чемпионатов и первенств престижных международных турниров. Среди них Константин Караульных, Евгений Шаломаев и другие. На открытии соревнований побывал и губернатор Олег Кожемяка. Я сейчас приветствую вас на соревнования, где сегодня присутствуют не только представители различных районов нашего края, но также представители Хабаровска, Ивейской области, Южно-Сахалинска. Это говорит о том, что сегодняшние соревнования будут отвечать всем самым высоким требованиям. Спорта мужественных людей, что, безусловно, закаляет волю, силу, характер. Именно ребята после этих секций становятся настоящими героями, такими как рядом с нами здесь сегодня находящийся Сергей Кузьмичук, который